Здравствуйте, дорогие зрители канала Фарнаксфильм. Часто, когда мы публикуем ролики об отопительных печах, вы задаете в комментариях вопрос. Режим длительного горения – это маркетинговый ход или это реально работающая фишка? За ответом на этот вопрос я обратился к одному из специалистов магазина Фарнакс, Алексею, с которым вы уже знакомы по нашим роликам. Леш, привет! Приветствую! Расскажи, что же это такое, режим длительного горения? Это фишка, которая работает, если все правильно настроено. Если выставлен правильный дымоход, если хорошие дрова сухие и правильно разжечь, то работает длительное горение вполне свободно. Здесь можно легко понять по первым признакам, если у печи длительное горение, это газоплотность, само собой, дверки и топочный, и поддувальный. Это есть возможность ли тонкой регулировки подачи воздуха. Если эти все перечисленные факторы есть и они правильно сделаны, то печка будет работать длительно. У тебя же уже есть опыт работы с подобной печью. Может, мы все-таки съездим к тебе на дачу, посмотрим, как работает режим длительного горения? Ну, пока сильно не замело снегом, надо ехать. Вот так, друзья, давайте переместимся к Алексею на дачу и посмотрим, как работает печь ОБ-7. Леш, у тебя же печь особенная, да? Да, она у меня с пламенником. Это очень... Вообще любимая вещь в этой печке. Лет 7 вся эта конструкция работает как есть. Вечером всю посуду перемыть спокойно горячей водой, чтобы было приятно и мылось хорошо. Но вообще печку топится, бесплатно вода горячая, постоянно. И она еще остывает долго, тут утром встаешь, но вода горячая, тут ничего не теплее из-за этого. Нормально. Так, не будем, наверное, сильно тянуть, да, с разговорами. Сразу затопим, потом что-нибудь покажем. Поговорим. Ну, как-то зябко, да. Так, у нас тут на растопку. Что это там у нас? Кедр, по-моему. Сухой. Конечно, поколоть бы, если бы не торопясь. Помельче. Но слишком холодно. Внимание на дверцу. Эта вот печка затухала. Дверка абсолютно закопченная. Это, кстати сказать, для печей длительного горения без всякого шамота, без ничего в топке, абсолютно нормальная история. Все, шибер открыли. Все, воду вылили, в чайник не ставим. Ну, снега натопим. Сейчас ровно 17.00. Мы затопили печь. Температура за бортом минус 24 градуса. Это Новосибирск. И температура в доме минус 13 градусов. Мы сейчас посмотрим, насколько быстро печь нагреет помещение, а уж затем переведем печь в режим длительного горения и проверим, сколько она проработает на одной закладке сухих дров. Ну, 10 минут, полет нормальный, да? Температуру набрала. Сейчас маленечко разгорятся получше и березу бахнет. Друзья, мы находимся здесь 40 минут, и вот первая закладка у нас еще горит. Причем учтите, что это кедр. По идее, это да, очень сухая древесина и быстро прогорает. Плюс 5. Да, и у нас уже тепло. Ну, прошло. Почти час прошел. Ну, около часа. Соответственно, с минус 13 до плюс где-то 10 уже. Это опять же градусник, висящий на стене, на холодный, пол холодный. Кстати, в общем, про данные, да, про помещение. Да, вот, нам очень интересно, чтобы люди, где мы проводим. Перекладывали на себя какие-то параметры, то что у нас здесь примерно ориентировочно 50 кубов помещения. За дверью еще где-то 35, мы думали греть все эти кубатуру, но для чего долго сидеть и мерзнуть, если можно закрыть и быстрее нагреться. Угу. Вот, в этом и за час мы нагрелись.
Соответственно, по утеплению стены, это шлакоблок такой формованный, и 5 сантиметров минваты с гипсокартоном. Окна обычные деревянные, практически вообще не утеплены, там заткнуты поролонками. Потолок 5 сантиметров, пол вообще не утеплен, просто дерево и эрголит. Все, мы стоим даже, как бы чувствуется прохлада. Ну да, да, да. Вот, соответственно, это не супер теплое помещение, это не дом постоянного проживания, это обычная такая дача. Ну вы и не предполагали сюда ехать уже, да? То есть никогда сюда не ездим в такое время. Зачем? Зачем? Ну извини, вытащил тебя на дачу. Итак, за час мы нагрели 50-кубовое помещение, печью, которая рассчитана на объем помещения до 150 кубов. Ну, в принципе, это на самом деле опять же, нормально. Да, не стоит думать, что вот вы поставили печку 150 кубов. Это ее предельная мощность вот на всем активном горении. Так же, как и с топливными котлами, есть у них параметр, называется, грубо говоря, ну, киловатты длительного горения, которые они могут выдавать, который может задушить котел, и он может гореть долго и выделять определенное количество киловатт. И также будет батарея, она хоть и семерка идет до 150 кубов, но если мы хотим, чтобы она горела долго, она будет выдавать в длительном горении там, ну, киловатта 3, может быть 2,5 даже, если она будет медленно гореть. И это вот самое то для такого помещения, то есть надо печку брать с запасом, само собой. Я думал, гораздо быстрее все пойдет. Я приготовил дров много. Думали, что будем сидеть, кочегарить, чтобы температуру нагнать. Оно на самом деле... Но это нам повезло с дровами, я подозреваю. Да непонятно. Слушай, ну самое время пришло подкинуть. Но сейчас мы все-таки переведем ее в режим длительного горения или еще поднагоним температуру? Нет, мы сначала откроем на всю, чтобы именно все дрова разом занялись, чтобы все, температура хорошо начала набираться, чтобы потом не было там долгого раскочегаривания, чтобы не только снизу не пошли. И потом уже ее всю перекроем везде. И дальше в планах, наверное, ставить ее полную топку горящую на закрытом поддувале. Сколько она будет гореть? Мы тут столько времени, конечно, не проведем, мы поедем домой отдыхать, а утром навестим и проверим температуру в помещении, что у нас, как загорело все, узнаем. Ну давай, подкинем сейчас. Кстати, вот рукой беру, не сказать, что прям ужас. Все, вот они, угольки. Да, вот 7 лет эксплуатации полной, чаша вот с левой стороны, видите, повело. С одной стороны. Никогда туда зола не вычищалась, хотя, кстати, надо бы, потому что воздух слева может проходить и ее охлаждать. Да, да. Ну и честно, не занимались, и это самое как-то. Слушай, ну может быть это как раз и повлияет на наш эксперимент, потому что, по идее, это нам важно же подавать. Хотя, на самом деле. Да, плюс-минус. Я думаю, что, конечно, это отчасти. Воздух идет и по бокам. Но когда ты закрываешь полностью поддувало, оно здесь герметично уплотнено. Это у нас полностью практически будет закрыто. В чем задача печи? Это заложить как можно больше дров. Для этого она и выполнена в виде вот такого овала дверка, высокая, чтобы по объему можно было загрузить достаточно. Ну, вот так достаточно будет. Ну, как бы я тоже считаю, что хорош. Самые главные критерии, по которым можно определить, что эта печь рассчитана на длительное горение на одной закладке дров. Про уголь мы не будем сейчас говорить. Дрова. На дрова. Исключительно дрова. Обращать нужно внимание, наверное, это, во-первых, это объем топки. Если печка маленькая, топочка маленькая, соответственно, положите мало дров. И магии не бывает. Одно полено не будет гореть вам там 6 часов или 8. Второе – это газоплотность. Соответственно, должна быть полностью газоплотнена дверка, должен быть газоплотный подзольный ящик. В частности, у разных производителей есть регулируемая подача воздуха в режиме длительного горения, есть нерегулируемая, там заранее просверленное отверстие, готовое достаточно для того, чтобы печка работала в длительном горении. Это тоже допускается вполне себе. Соответственно, ну и третий фактор – наличие, наверное, шибера. То есть даже если его нет в комплектации, его нужно включить. Потому что если у вас будет хороший дымоход по высоте, какой бы ни был газоплотности, она будет печка либо свистеть неприятно, либо будет все равно работать довольно быстро, и шибер необходим. Лёш, что делаешь-то? Оказалось, что мы тут долго, и теплообменник слишком эффективный. И у нас уже вода на грани кипения, там уже 85-90, мне кажется. Мы сейчас добавим ведра 3 снега, ну, в общем, до полного добьем, чтобы она у нас в длительном горении не закипела. Только неудобно, ну и чё. Можно было доехать до колонки тут у нас. А зачем тогда есть снег? Да так интереснее, ты чё? Чё, Лёша, жарко? Достаточно жарко, вот находясь даже в футболке, уже начал поступать пот, открыли дверь во второе помещение,
И стало полегче. Потому что даже на столе находится градусник, там было 28. Я думаю, дальше кипить было просто уже опасно. Ну да, в баню рискуем превратить нашу комнату. Так, ну что, сейчас подкидываем? Да, план действий. Закладываем опять полную топку. Там снизу еще очень много примена, именно прям горячих еще дров. Сверху заложим еще немного березы. Все закрываем под дувало. Засыпали еще ведер 5, наверное, снега. Воды в холодной она стала такая адекватная по температуре. Не закипит теперь. И оставляем до утра. Вернемся сюда где-то в 9. То есть через 14 часов. Да. Ну, мы сейчас, наверное, еще прикроем эту дверь на ночь, ее закроем. Угу. Потому что в целом, ну, логика такая, что мы здесь находимся весна-осень, когда на улице там до, наверное, минусов, до первых, на минус 5 максимум, а то и 0 даже, это уже все мы сваливаем. И, конечно, эта дверь все лето, ну, когда на улице там по вечерам 10 градусов тепла, все открыто, тепло уходит везде, печка нам достаточно. Сейчас здесь закрыть, потому что, ну, тупо на улице 25, ну, зачем? Типа, греть все, до весь дом и надеяться, что здесь будет комфортно. Да никогда в жизни, конечно. Ну все, давай подкидываем и, как ты говоришь, сваливаем. Ух ты, да там же... Слушай, ну эта закладка час горит. Да. И она даже вот еще дерево как дерево. Угу. Вон еще белые вообще те самые структура дерева. Ну вот, наверное, и последняя полена. Не знаю даже, есть ли смысл туда еще. О, вот туда, все. Плотно закрыли дверцу, все, закрыли ящик зольника. Все, и... закрыто под дувало, закрыто полностью здесь. И прикрываем шибер. Тяги, опять же, достаточно, даже через шибер закрыты, там есть прорезь. Она не будет дымить помещение, ничего не случится. Поехали, ну, отдыхать по домам. Так, что там температура у нас? А здесь ты не увидишь. Это все запотело окно. Все, видно здесь. Минус 24 градуса. Чувствуется маленько. Кстати. Что не то, что на улице не видно. Ну, да. Ну, в общем и целом. Ноль. Угу. Ноль. Проверяем воду. Ну как бы, ты что не дунь-то, вода-то вот теплая. О, отлично. Вода течет. Ну, конечно, мы тут углей это не увидим. Все смеяться, 14 часов. Но сгорело все вообще до идеального пепла. Ничего не потухло. Потихонечку горело. Ну, тепло, нормально. Ну да, да, жить-то можно. Если бы понятно, что все, мы, получается, мы уехали отсюда где-то, что там было, 7, наверное, с лишним. Да. Вот, если бы, конечно, там... 14 часов прошло. В 11 подкинуть тебе, да, допустим, на ночь, то вообще проблем не будет. Ну, я считаю, на самом деле, что наш эксперимент удался, и мы, в принципе, пришли к ожидаемым, вполне ожидаемым результатам. Абсолютно. Давайте так, пускай еще кто-то напишет свое мнение, все ли нормально, но еще раз по вводному. У нас на улице было стабильные 20 с лишним мороза. Ну однозначно, да. То есть мы приехали, минус 24 было, значит, ночью, да. Ну под 30-ку-то было, да, точно. Да. Здесь, соответственно, в доме никто с начала октября не находился, ни разу не топил. Никаких тут обогревателей мы не ставили, нафиг оно было бы нужно. То есть, соответственно, мы затопили в минус 13 помещений, прогорели, кто там они, грубо говоря, сосновые сухие дрова, закидали полную топку березовых. Больше ничего мы не делали. Я приготовил дров много, думали тут, ну хоть прогреем, надо будет долго прогреваться, но не понадобилось, да и столько времени ждать, ну смысла нету. Соответственно, вот сгорело, по сути, две полные топки. Одна топка сосновых, одна топка березовых. И все. И дом, естественно, он не супер утепленный, пол еще раз говорю, не утепленный. Но он был накаленный, он стоял, ну, до конечно, этого сколько, да. Сейчас вот мы тут находимся, вот, без шапки, пара до зарта нету. То есть, ну тут ноль. Показывает градусник такой простецкий на столе, но по факту здесь около плюс сколько-то, таяло все мыло, таяло, ну полностью дом оттаял, можно в принципе находиться. Да что, мухи летают. Вот там пауки все расползлись в шоке. Соответственно, ну такие водные, такие параметры, такой эксперимент. Ну да, я думаю, что действительно здесь, наверное, часов 6-7 назад было, ну, еще вполне комфортно.
Да. То есть, как мы и предполагали, желательно было где-нибудь в районе 11 часов вечера подкинуть. По-людски, если ты здесь, грубо говоря, будешь находиться, ну ты в 7 встанешь, затопишь, ничего критичного. Мы уже приехали, время 9, уже рассвет, поэтому тоже время такое. Ну и плюс какой-нибудь простенький электрический обогреватель, там буквально на полкиловатта, здесь не помешало бы включить на ночь. Ну так что, mm-hmm. если у вас есть электричество на даче, и если есть дровяная печь, ну, с режимом длительного горения. То есть печка, она, во-первых, махом тебе разогреет помещение. То есть не надо там тратить киловатт какие-то большие. То есть вы нагреете 100% все быстро. Также там можно воду, тут же чайник туда-сюда. И она будет долго гореть, соответственно, не нужен будет электрообогреватель, как бы тоже в долгом времени. Ну понятно, что ночь длинная, чтобы она прям работала, и в конце у тебя прям на выходе было еще 20 градусов тепла поутру в частном, ну, таком дачном доме, но это практически невозможно. Да, я хотел бы напомнить нашим зрителям, что у нас такие два окна довольно больших, каждое где-то 1.5 на 1.5 метра, ну чуть меньше, стеклянные, деревянные и... Незаконопаченные, обычные совершенно окна. Потому что теплопотери, конечно, были очень большие. И несмотря на это, в комнате можно находиться. Без проблем. И доходилось бы добавить, конечно, не стоит оставлять рабочий прибор горячий, с дровами, полностью заряженный, один, без присмотра. Угу. Это не совсем хорошо, не совсем правильно. Мы пошли на такой риск, потому что в целом тут по соседству живет человек, который, если что, всегда бдит. Вот. Ну и я относительно уверен в своем дымоходе, в печке, что здесь ничего не может случиться, все стены защищены, все нормально. Ну, рискнули. Слушайте его и никогда так не делайте. Да, лучше не надо. Оставляйте свои комментарии, если остались вопросы, мы обязательно на них ответим. И опять же, делитесь своим опытом использования печей длительного горения в наших соцсетях и в комментариях к видео на YouTube. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч, счастливо!